Следующее, переходим по ссылке в видео описания на мою страницу GitHub. Здесь находим Visual Studio Code Settings JSON, на него нажимаем. Загружается вот такая вот страница, здесь находятся все описания к установке. Первое, нам нужен интерпретатор Python, его скачиваем, переходим по этой вот ссылке. Второе, нам нужна специальная среда разработки, это будет Visual Studio Code. Переходим на страницу Python, здесь нажимаем на download и скачиваем актуальную версию. Следующее, переходим на по ссылке на Visual Studio Code, здесь нажимаем на Download for Windows и скачиваем актуальную версию среды разработки для Python.